Областное первенство по спортивным единоборствам памяти Героя России Игоря Ткаченко пройдет в Центре показа авиатехники в поселке Новый Городок 30 ноября. В соревнованиях примут участие спортсмены из Подмосковья и соседних областей старше 12 лет. Они продемонстрируют свои умения в карате кюкузинкай. Напомним, турнир проводится в Одинцовском округе с 2013 года.